Всем привет! Хочу рассказать вам сегодня немножко о том, чем я решил попочивать наших маленьких цыпляток. Ну, уже они не маленькие, им уже где-то около 3 недель. Недалеко находится болото, и вот я пошел и набрал вот такую ряску. Точно знаю, что ее очень хорошо едят утки, потому как она такая очень питательная, очень много содержания белка в ней. И как бы еще с детства помню, что родители давали утятам, да и утки сами хорошо ее вылавливали. И вот я решил дать цыпляткам. Сделал такую кормушечку. И чуть-чуть добавил стартового крабикорма. Ну как пока получилось, что можно было и не добавлять. Они довольно-таки питаются и без него хорошо. Поедают эту ряску. Вот. Думаю, зелень, витаминчики им пойдут только на пользу. Всем спасибо.